Seferoğlu, buyur. Oğlum. Hoş geldin ya. Kanka var. lan? geldi. lan hoş buldum. Hoş bulurum, bulmam. Bana ne? Ne bakıyorsun lan? He? Sen bak. Çacı. Buyur. Fal bakıyorum. Ne demek lan fal bakıyorsun? Sana ne lan? Ne demek lan fal bakıyorum? Ne vuruyorsun lan? Heyt! Konuşma. Ne o ya? Kim bu adam? Mafya bak. Ben buradayım siz hala oynuyorsunuz. Niye? Niye? Gel buraya gel. Niye diyorum sana? Агентство Хрингри Ньюс спешит нас обрадовать очередной хорошей новостью или плохой новостью. Ну, наверное, не только Хрингри Ньюс. Сейчас многие мировые СМИ об этом будут рассказывать, о том, что в Карабахе погибают люди, или как это по-армянски звучит, Арцах, по-моему, да, лидер непризнанного объединения этого Карабахского в Фейсбуке, как пишет Хрингри Ньюс, ведет трансляцию, комментируя события, которые там происходят, говорит о том, что уже десятки военнослужащих Карабаха, то есть армяне по национальности погибли, десятки получили ранения. Потери со стороны Азербайджана пока неизвестны, я там не читал более подробно эти новости. Но лидер Карабаха сообщает интересную, интересную новость о том, что нападения на Карабах осуществляют не только азербайджанские вооруженные силы, но и турецкие истребительная авиация, турецкие бомбардировщики. Возможно, и турецкие войска участвуют и в наземной части операции. И тут, наверное, нужно подчеркнуть две, два основных момента. Первый момент это касается, касается нас, Казахстана. Всем казахским патриотам сейчас нужно переключиться исключительно на эту тему, потому что Армения, наверное, прямо с сегодняшнего дня потребует от стран-участниц ОДКБ прислать войска в Армению, потому что понятно, что конфликт теперь пойдет по нарастающей. И Армения пойдет войной на Азербайджан, Азербайджан пойдет вместе с Турцией войной на Армению. Это вполне реально. Договора о ДКБ обязывают Казахстан защищать армянскую территорию, хотя я думаю, что казахи не будут рады этому этому моменту. Я не знаю, наверное, с сегодняшнего прям утра, вот прям с сегодняшнего момента нужно требовать выхода из ОДКБ. Нам не нужна эта война. И второй момент, второй момент, я бы хотел обратиться ко всем армянам, проживающим в Казахстане. Я знаю, диаспора армянская у нас обширна в Казахстане. Армяне представлены во многих сферах экономики и политики. Я хотел бы сказать армянам только одно. Армяне всегда поддерживали русский мир, сепаровату в Казахстане. Всегда Путин и Кремль были иконой для армян, но это понятно потому что это единственные союзники их на Кавказе. Так вот, все жертвы, которые вот сегодня вот произошли и в будущем теперь произойдут, в ближайшем будущем с армянской стороны, я именно подчеркиваю, армянам, наверное, вот, важно именно, сколько армян погибнет, да, так вот, все эти жертвы произошли из-за Путина, вашей иконы. Путин вот этот товарищ, который очень любит играть в войнушки, который вот доигрался в Сирии до того, что теперь Эрдоган точно знает, что вот эти российские панцири раскалываются на раз-два, что российская бронетехника это решето для турецкой военной машины. Теперь Эрдоган потерял всякий страх перед Путиным, его не впечатлили эти учения «Кавказ-2020», видимо, он хорошо наблюдал за этими учениями, еще раз подтвердилось его, наверное, мнение о том, что военная машина российская ни в какое сравнение не идет с турецкой военной машиной. И вот имеет наглость да, теперь действовать именно так, как сейчас действует. Именно благодаря политике Путина, невзвешенной политике Путина, идиотской политике Путина, что в Крыму, что в Сирии, что в других горячих точках, именно это привело к тому, что сегодня и Армяне, и Азербайджане погибают в горах Кавказа. Это, наверное, все, что я хотел сказать. Спасибо за ваше внимание, спасибо за ваши лайки и комментарии. Подписывайтесь на мой канал, помогайте моему каналу финансово и до новых скорых встреч.